Магазин Галамарт. Муфта для шланга. Секаторы на выбор. Какие хочешь. Кусторез, пожалуйста. Вон какой. Вот еще один сучкорез. Утки подсадные, пожалуйста, на охоту. Вместе с утятами. Фигура садовая. Чего только нету. Также тут в наличии у нас имеются катушки. Всякие разные ценники. Вот такие вот. Еще леску надо на ее. Или это? Нить. На них надо. Нитку. Да, паутинка там такая паутинка. Катушка. 200-300 рублей это. Сломается через одну рыбалку. Дрели, шуруповерты, ценники у них, смотрите, 2, 5, 3. Рокот, у меня вот такой рокот есть, ну пока трещит потихоньку. Болгарка 2900, 2290 вернее, тоже какой-то рокот. Лучшая цена. Стержни клеевые. Слышь, вроде одинаковые, а цены разные. Компрессор. 600 рублей стоил. Ну вот он 1600. Он 600 рублей стоил. Ну стоил 1600, теперь будет стоить 1800. Вот он компрессор 990 рублей. Ты поди вот это имел в виду? Нет, вот такой компрессор у меня вот, который в машине, вот такой. Я его за 600 рублей брал на Востоке. А сейчас уже смотри, блядь, цены. Цены растут. Магазин открылся у нас такой. Ложки, вилки. Вот маленькие ложечки. Нашел я все-таки. Я купил себе такую маленькую ложку. Длинная она, длинная, хорошая. Понял, какая ядреная. Забирай. У меня есть уже. Ну как, зачем она тебе нужна? У меня родная, блядь, кружка постоянно. Ложка. С нашего леса сделанная. Ну, в Китае. И нам же привезенная нормально. Тут все китайское. Ценники. А могли ведь сами делать. Ну ты что, сейчас? Да. Сейчас же. 39 рублей. Китай уже сейчас в жопу закрывает. Тоже китайское. Все китайское. А это, знаешь, это бамбук у них или что там? Дерево у них хорошее. Ну, по сочетаю, из чего сделано. Лопатка. Не вижу я ничего. Мы слепые. Оказывается, Смоленская область производитель. Аверьянов. ИП. Ладно. Не суть. Хоть наши что-то нашли. А поди просто этикетки. Может. Ножички по 260 рублей. Всякие разные. Пожалуйста, разделочные доски. Тоже китайского производства. Ну, он написано, изготовлено в Китае. А тут что? Тут тоже в Китае. Да, в Китае. Все китайское. Ничего нашего нету.
чжун. Доска бамбук. Но так как у нас бамбука нет, значит это точно китайская доска тоже. Набор для уборки. 229 рублей. Это вот это что ли 229 рублей? Ну, наверное. Да навряд ли. А, это дороже, наверное. Вон та. Вот этот, наверное, набор для уборки. А этот 719 рублей, вон ценник. Вот 167. А это совсем малюсенькая. Чего только нет. Швабра с насадкой. Чехол для гладкой доски. 117 рублей. Чехол для доски 98 рублей. Чехол антипригарный 539 рублей. Вот жарко, подошел сразу. Энергетический. Энергетик, цап-царап за 70 колов и пошел. Хлебанул и дальше выгуливайся. Плавно переходим в ноутбуки. В соседний магазин. 159 косарей. Такой бук. Вон их сколько много здесь. 76, 69, 43, 69, 99, 62. Ардор. Телевизор.